следую тенью, я привыкаю к небесовпаде. Я следую тенью, я привыкаю к небесовпаде. Я привыкаю, я тебе рад, ты не узнаешь, да и не надо, ты не узнаешь, и не поможешь, что не сложилось вместе с песком. Кажется вздорным, черное белым, белое черным. Ой, это что, это же не мой праздник. Дорогая Света, как хорошо. Вы пожизненная моя. Спасибо. Вы понимаете, от вот первых вещей до. Правда, когда я смотрел игрока, я все время думал про себя. Я влюблялся там, а здесь я задавал себе все время вопрос. Она другая, или я все время себя уговаривал. Да нет, я вот говорю, влюбился, я это все нормально. Вы знаете, это я когда я никогда в жизни. Когда-то давно, несколько лет назад, я все проявил. А вот когда я посмотрел, иногда появлялись какие-то печати. Покой даже нации, коллегию светлой памяти, уже 12 лет со мной. Она всегда смеялась и говорила: а не хочешь прочитать, вот тут про личную жизнь, личку. Все, она знала, что у меня это сника здесь. Я ей все время объяснял. Белка, пойми, у Крючкова не может быть личной жизни. Это правда. Она принадлежит нам, миллионам. Это правда. Правда, это правда. Она наша, какая личная. Ты же выбираешь песочку. Вот он пишет. Вот была такая себе, не знаете, во всей семье, как в шутке. Причем она тоже безумно вас любила, а когда она говорила о вашей игре в Финиде, это надо было видеть просто ее лицо. Самый любимый мой фильм. Это снимал мой муж Илья Абрамович Пекслер. Да. И вот знаете, у нас эта игра победила с Богом. И сейчас я хочу сказать вам, что миллионы мужиков в нашей стране стараться не читать ничего о вашей личной жизни. Вы наши. Извините меня. Какое счастье. А я с котом живу. Я и кот. Мы летим за мной за границей. Поэтому... Я все ваша. Я и кот. Профессионально должен повторяться. А я грубо нарушил это. И скажу конкретно, я думаю, что сегодняшний вечер вот такая вот плата за мою пожизненную грубую. Спасибо большое, Леонид. И я, когда вы Томасу сказали, что я вам в конце представлю, это замечательные ребята, совершенно бриллианты, что вы начали Томасу. И когда они мне сказали, спросили так, а кого ты любишь? Я говорю, как кого? Крючкову. И вот тогда. Светлана дорогая, я не буду затягивать, просто я вам объяснился от имени миллионов. Спасибо большое. Мужиков, которые... Я могу вас попросить подойти ко мне? Обязательно, как же, еще не раз. Спасибо.